И снова доброй раньше, Беларусь. Доброе утро, мир. 3 утра апреля. Продолжаем встречать мы вместе с вами, Вера Каретникова, Евгений Перлин. Но мы решили, что к нашей артиллерии должен присоединиться еще кто-то, чтобы она стала тяжелой и наверняка повлияет на ваше настроение. Почему для этого тяжелый? У нас Елена Бажи. Малышка наша Елена, фитнес-инструктор. Лена, что будем тренировать? Доброе утро. Сегодня будет комплексная зарядка на фитболе. Поэтому мы берем фитбол в руки, ставим стопы на ширине плеч, опускаемся в наклон. Колени можно сгибать, спину оставляем ровной, поднимаем руки наверх, давим с максимальным усилием на фитбол, опускаем его вниз, возвращаемся в исходное положение. Раз, два, три и наверх. То есть руками еще сжимаем фитбол, правильно? Да, да, да. Если я маленькая, фитбол, а шар между тем фитбол взяла, то что побольше, посмотри, какой вообще. Потому что здоровые амбиции. Опускаемся вниз, добавляем присед, сжимаем опять мяч, наклон и встаем. Наклон, присед, надавили на мяч, наклон и встаем. Еще одно упражнение, мы начинаем уходить в выпад, делаем вдох, надавливаем на фитбол и с выдохом возвращаемся. Вдох, надавили, с выдохом вернулись. Между голенью и бедром 90 градусов, возвращаемся. Дальше мы садимся на фитбол, можно взять гантели в руки. И начинаем, разберем сразу низ. Начинаем переносить вес с одной ноги на вторую. С одной на вторую. Так, наверное, легко. Легко, если мы будем просто прыгать. А ты возьми кастрюлю борща дома и попробуй не разлить ничего. Ни капельки, вот это сложнее. Да, мы задерживаемся. Дальше мы добавляем спину, сводим лопатки. На выдохе наверх. Выдох. Это смешное упражнение. Оно, знаешь, как веселое поднимает настроение. Аэробными этими упражнениями, помнишь, которые раньше по телевизору показывали в повязках, в этих купальниках? Раз, давай, да. Поехали. А почему бы и нет? Давай, поехали. Нужно же бодрить себя как-то сейчас, а? Когда эмоций не хватает. Дальше мы выпрямляем руки перед собой. Я представила Евгения с повязкой. Телевизор в режиме бумеранг работает. Это очень смешно, правда. Но самое главное, чтобы это было эффективно. А другие упражнения у нас, конечно, Лена никогда не показывает. Поэтому тут у нас все в порядке. Эффективно, задорно, весело. И последнее упражнение, которое мы сделаем. Мы поднимаем гантели к плечам. Давай, ну давай, вот, двум людям настроение я уже подняла, надеюсь, не только двум. Ну это здорово. Страна сейчас улыбается. Жень таким образом просто качает пресс, пока смеются интенсивно. Здесь у нас еще бицепс работает рук. На выдохе наверх можно повторить спина. Перед собой плечи работают. Мне кажется, что наши зависли от экранов и забыли о том, что вообще кому нужно было еще этим утром делать. Сразу побежали наши зрители надувать свои фитболы поскорее. Да. А можно надуть его легкими, без насоса специального? Или это отдельная тренировка? Можно, тогда? Но можно опоздать на работу, наверное, пока надув. Хорошо, спасибо большое. Елена Бажидаева у нас была.